У Гомелі експонується інтерактивна вистава для школьників «Сусвіт інтернету». Яна накерована на навчання дітей безпечним поводинам у глобальній сітці. З подробязностями Павел Міхно. Сусвіт інтернету – це 6 інтерактивних зон. Вони присвячені історії сусвітної павутини, правилам поводин у сітці, безпечному контенту і обороні особистої інформації. У гульнявій формі діти навчаться користатися антивірусними програмами, довідаються, як правильно мати зносини у інтернеті, у тим ліку з незнайомими людьми, яку інформацію об собі можна, а яку нельга розміщати у соціальних сітках. Окрім того, можна позмагатися з вірусами на сенсорному екрані і розібратися, як оборонять гаджеты от шкодного контенту. В настоящее время мы развиваем это направление на более старшую аудиторию. Вот, и выставка «Вселенная интернет», она как раз-таки посвящена правилам безопасности, поведению детей в интернете. Гомель стал другим городом, куда приехала выстава. Ранее интерактивная экспозиция выставлялась у Минску. За 4 месяца ее наведали больше, как 4000 школьников и больше за 1000 дорослых. Мы хотим не то чтобы сориентировать, а задать правильную платформу для мышления именно на поиск полезной информации. Сколько бы мы там ни мечтали себе, чтобы дети только занимались образованием в интернете, естественно, в подавляющем большинстве они ищут, как поразвлечься. Соответственно, развлекаться тоже можно по-разному, и мы хотели бы подобными мероприятиями сориентировать, что и от развлечения надо получать пользу, в том числе и образовательную. Выстава открыта для бесплатного наведывания для детей с батьками и наставниками. Экскурсии по сусвету интернету будут проходить у Гомельской областной библиотеки у будние и выходные дни. Плануется, что после працы у Гомеле выстава отправится у иншие областные центры Беларуси. Павел Михно, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».